Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 7 класса из учебника «Коровиной», раздел «Из русской литературы 19 века. Александр Сергеевич Пушкин. Станционный смотритель». Рубрика «Литература и изобразительное искусство». Повесть «Станционный смотритель» проиллюстрирована рисунками художников Добружинского и Шмаринова. Какие из них кажутся вам ближе к пушкинскому тексту? Какими вы представляли себе внешний облик героев? Чем отличается настроение, передаваемое художниками? Ответим. Ближе к пушкинскому тексту мне кажутся иллюстрации художника Добужинского. На них очень точно изображены детали произведения, показаны характеры героев. Внешний облик героев – я представлял именно так, как показано на рисунках Добужинского. Настроение, передаваемое художниками, отличается тем, что иллюстрации Добужинского являются более яркими, изображающими действия, решающие моменты повести. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!